Так, а что-то мало как-то. Или то, что он сейчас пустую систему. Ну ладно, вторая попытка. Так, со второй попытки чё? Полтора очка, да? Третье зажигание. Чё у нас с третьего раза? Так, с третьего четверочка. Тут уже даже так, четверка и держится. Да? Да, и ничего никуда не уходит. Ровненько. Так, ну-ка. Еще раз. Так, и что у нас тут сейчас? 5 очков. 5 атмосфер накачано. 5 бар. Так, ну здесь хотя бы четкий ответ, что топливный насос во всяком случае способен что-то накачать. На входе после фильтра топливного мы имеем 5 атмосфер и достаточно долго. То есть топливный насос, магистраль, фильтр, давку дают. 0, 1, 2, 3, 4, и вот пятерка, чуть ниже пятерки. И держится. Ну, вентилятор заработал. Значит, бензонасос выводится из-под подозрений. Ну вот, без малого 5 держит. И даже не падает. Так. 4,5. Что у нас в книжке, ну-ка, написано? Какая-то давка. Так. Давление топливного питания 0,812 бар. Значит, давка есть. Ну и что, дальше дозатор надо смотреть, тогда специально. Пошло к четверке. Во всяком случае, давление есть. Ладно, здесь ничего нигде не травит,
Значит, дальше надо смотреть, что у него там случилось. Искра есть, здесь давка на входе есть, но остается механический инжектор. Ладно, все.